Басня Крылова «Квартет». Проказница-мартышка, осел, козел, да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки, пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите!» «Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я, прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет. А он все-таки на лад не идет. «Постойте ж, я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем!» Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомнения. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привести. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть?» «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней». Им отвечает соловей: «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь».